В стационаре краевой больницы имени Вагнера сейчас находится 151 житель Верхнекамья. 305 человек сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1659 человек по предписанию Роспотребнадзора находятся на карантине под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 109 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье превысило 11 100 человек. При этом выздоровели более 7500 пациентов. Из них за сутки 75. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса 3 жителя Пермского края. Всего за весь период 328 человек умерли от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось более чем на 14 тысяч. Общее количество заболевших сегодня 1 340 000 человек. Скончались за сутки 239 пациентов.